Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать каждого из вас на своем канале. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас видео с громким названием «Мое парфюмерное я». Но есть небольшая хитрость, и сейчас я вам расскажу, почему я так решила назвать свое видео. Очень часто спрашивают, я думаю, не только меня, любого парфюмерного блогера часто спрашивают, расскажите, какое ваше парфюмерное я или аромат, который вы можете покупать бесконечно, он у вас заканчивается, вы его опять покупаете. Когда у тебя уже более 100 парфюмов, то очень сложно ответить на этот вопрос. Но я прекрасно помню те времена, когда у меня было 2 или 3 флакона, а то даже и один. Действительно, были такие парфюмы, которые заканчивались, и я их покупала снова. И вот в один из моих периодов, жизненных периодов, а если быть более точной, это был 2010 год, у меня был аромат, который я повторяла 3 раза точно. И на тот момент это было мое парфюмерное я. Я у многих ассоциировалась с этим парфюмом. Я неоднократно на него получала комплименты. Я вам рассказывала, что это за парфюм. И я думаю, более внимательные зрители уже догадались, о каком аромате сейчас пойдет речь. Так вот, в далеком 2010 году этот парфюм был моим парфюмерным я. Почему я перестала его покупать? Я очень хорошо это помню. Потому что на работе, там, где я работала на тот момент, этот аромат стал меня окружать повсюду. То есть у меня интересовались, спрашивали, что это за парфюм, и потом тоже покупали его. Мне, конечно, уже было неинтересно. Я так не люблю, когда мы сидим в одном кабинете и сразу у нескольких один и тот же аромат. Кстати, напишите, как вы к этому относитесь. Я ничего против не имею, я всегда делюсь, какой на мне парфюм, то есть я не то чтобы жадина-говядина, но я не очень люблю, когда близкий мне человеку, допустим, я не совсем понимаю, когда подруга покупает такой же парфюм, да, когда у вас их, допустим, у нее один и у меня один, понимаете? Если сейчас кто-то покупает такой аромат, как у меня, я, конечно, без обид. У меня уже такой насыщенный парфюмерный шкаф, поэтому, а когда у тебя один аромат, и ты в нем и утром, и вечером, и днем, и ходишь на работу, и вот рядом появляется человек, который тоже постоянно пользуется таким парфюмом, согласитесь, как-то не очень. Вы часто меня просите поделиться, как ухаживаю за собой, какими кремами и уходовыми средствами пользуюсь. Признаюсь честно, нахожусь в постоянном поиске хорошего ухода. Очень много чего тестирую для того, чтобы найти свое идеальное средство. И так как я давно уже не молодая и не девочка, то к выбору средств на летний период отношусь особенно внимательно. Возможно, кто-то не знает, солнце летом очень старит нашу кожу. Она теряет свою упругость, теряет свое сияние, становится обезвоженной. Так вот, как раз таки в это время ей как никогда нужен активный уход и увлажнение. И именно витамин С, который нужно принимать не только внутрь, но и наносить на кожу, является активным средством защиты от фотостарения. Сейчас на полках магазинов и маркетплейсах огромный выбор средств с витамином С. Но мне кажется, я нашла свой идеальный. Во всяком случае, я пользуюсь им несколько недель и уже вижу положительный эффект и очень довольна результатом. Это крем от Clean Plus витамин С. Он не только защищает кожу от старения, он еще и осветляет пигментные пятна, которые тоже появляются от солнца. А моя кожа, кстати, склонна к пигментации, особенно в летний период. Думаю, многие понимают, о чем я говорю. Поэтому он пока мой фаворит. Я вижу, как кожа стала более напитанной, увлажненной. Местами ушли пигментные пятна. У меня, кстати, они в нескольких местах и более яркие, заметно посветлели. Искренне рекомендую вам и жду ваши отзывы. Даже интересно, насколько быстро вы заметите результат. Более подробную информацию, ссылку оставлю в описании к этому видео. Еще у меня есть промокод на 15% скидку. Пожалуйста, пользуйтесь. Желаю вам приятных покупок, красоты и молодости. Давайте распакуем аромат. Шанель Шанс от Тендер. Вы знаете, у меня немножко даже руки трясутся, потому что настолько давно не пользовалась этим ароматом. И, конечно, это некие воспоминания, и воспоминания очень приятные на самом деле. Тот период жизни, я была моложе, начнем с этого, да, и вообще много хороших воспоминаний. Шанель Шанс от Тендер, у меня версия Du Toilette, именно эта версия 2010 года. Ноты, которые заявлены в этом парфюме, на тот момент, когда я его брала, в те времена, я про ноты знать ничего не знала, думаю, как и многие из нас с вами. Но должна сказать, что здесь цитрусовый старт, я очень хорошо знаю этот аромат, я помню его, сердце аромата гиацинт, и в базе здесь есть ирис. Там есть еще какие-то ноты, но я вам назвала те, которые вот с какими нотами он у меня ассоциируется. Там есть айва, грейпфрут, гиацинт, жасмин,
Ну, в общем, это фруктово-цветочная композиция. Пишите в комментариях, у кого есть этот аромат, кто его любит и кто до сих пор им пользуется и обожает этот парфюм. У меня, кстати, не только тендер был парфюмерным «Я», у меня также был аромат «Au Fresh», и также, ой, я уже открыла, такой запах пошел, и также у меня долгое время был «Жадор». Ну, я вам об этом рассказывала в одном из видео. Мое парфюмерное «Я» из 2010 года. Ой, боже мой. Тогда у меня был, кстати, флакончик побольше. Это 50 миллилитров. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой он приятненький. Ну, я думаю, что все знают, как выглядит Chanel Chance. Вот тендер, да? Такой малюсенький. Такой миниатюрненький, такой приятный. Слушайте, и легкий. Можно брать с собой. Ну что, вернемся, а вернее, переместимся во времени. Вот чем мне нравится парфюмерия, что она способна нас перемещать во времени, возвращать нас в какие-то невероятные воспоминания. И для меня это, конечно, повторюсь, приятные воспоминания. Сейчас буду обливаться. Знаете, я на этот аромат столько получала комплиментов, вы даже не представляете. Боже мой, какая красота. Ну все, друзья мои. Это действительно очень яркий, очень мощный грейпфрут на старте. Просто невероятная свежесть. Понимаю тех, кто пишет мне, что каждый день пользуется этим ароматом. Мы часто переписываемся в Telegram. И этот аромат частенько появляется в ароматах дня. Поэтому я понимаю, он сейчас летом, это невероятная красота. Я этот парфюм купила. Почему я вообще соблазнилась? Очень хорошая цена на рандеву была на тот момент, когда я его покупала. И я обязательно оставлю на него ссылку и, конечно же, оставляю свой промокод. Спасибо вам большое, что вы пользуетесь. 10% скидка, которая суммируется со всеми скидками, представленными на сайте. А сейчас в магазине очень интересное предложение, летние акции, распродажи. Обязательно заглядывайте, порадуйте себя и своих близких. Я приобрела, мне очень понравилась и цена, и я использовала скидку 10%, и у меня еще были бонусы накопленные. И я теперь... Все, он у меня есть, я теперь успокоилась. Мне хотелось, чтобы он у меня был. Я еще хочу Fresh приобрести, чтобы закончить историю с Chanel. То есть я хочу, чтобы они у меня были. Я знаю, что они сейчас в цене... Я знаю, что цена с каждым днем повышается, да, этот бренд ушел из России. Но в интернет-магазинах он представлен, поэтому покупаю, пока есть возможность. Chanel Chance Tender. Да, это тот аромат, это тот прекрасный парфюм, который возвращает меня, ну, на сколько лет? На 10, на, нет, подождите, на 14 лет назад. Помню, когда я с утра выходила, наносила этот аромат. Сначала мне мама говорила: «Лен, как у тебя вкусно пахнет». Потом я приходила в офис, мне говорили, как вкусно пахнет. Когда я встречалась со своими подругами, меня спрашивали, что на мне за аромат. Мне кажется, он мне еще просто идет, этот парфюм. Вот это моя композиция. Я посмотрела, кстати, с чем сравнивают его. Аромат от Marc Jacobs, Daisy, вот этот с цветочками, он у меня тоже, кстати, был. Поэтому это мое направление. И знаете, что мне нравится? Мне нравится база в этом парфюме. Да, она сначала такая фруктовая, ну вообще подача у аромата фруктово-цветочная. Вот этот всплеск цитрусовый, да, вот эта нота айвы. Но потом аромат к базе пахнет вот свежепоточными карандашами. То есть вот этот ирис дает о себе знать. Древесно-ирисовая база. Очень классная. Что делает этот аромат, ну то есть звучание этого аромата делает более дорогим. Но это на мой вкус. Красивый парфюм. Я смело могу рекомендовать. Я думаю, что нет, конечно, таких людей, которые с ним не знакомы. Почему-то мне кажется, что, ну... Все знакомы, тем более это аромат не новый. Но если вдруг вы ищете для себя вот такой аромат на каждый день, или, может быть, вы подыскиваете в подарок аромат для молодой девушки или для не очень молодой девушки. Ну вот в подарок, мне кажется, очень сложно ошибиться. Хотя я знаю, что не все любят дарить парфюмерию в подарок, но вот этот аромат не может не понравиться. Какой он приятный, слушайте. Пусть он так. Прелесть. Я довольна на 100%. Честно вам скажу, я не всегда люблю возвращаться в прошлое, и многие ароматы я не повторяю. Я ловлю себя на том, что я ими просто не пользуюсь. Вот я покупаю, мне они приятны, но потом они у меня как-то вот так продолжают лежать. Как будто бы, знаете, это пройденный этап, и уже не очень хочется к нему возвращаться. Но с этим ароматом, мне кажется, он до сих пор не потерял актуальности. Он пахнет очень современно.
Ну, согласитесь, он вообще абсолютно, абсолютно универсальный, такой аромат на каждый день. Я когда, ну, знала, что уже буду рассказывать про этот парфюм, я, конечно же, захватила свои другие ароматы. Вот Шанель, я вам показывала уже в Телеграм, я еще заказала Лё. В этой посылке я заказала Лё, решила его задублить. Ну, естественно, я его еще не открывала. Посмотрите на оформление, вот так вот оформлен флакон. Тоже заказывала на рандеву. У меня, потому что Лё есть, я сказала, что он у меня заканчивается, но на самом деле нет, это просто уже, знаете, у страха глаза велики. То есть он уже стал у меня уменьшаться, а так как я им очень обильно пользуюсь, особенно в первую половину дня, я решила задублить этот парфюм. На самом деле, вот, у меня еще Лё довольно-таки много, но этого аромата вообще можно ведро. Он очень быстро расходуется. Также у меня вот новинка относительно, это Коко Шанель. Но вот знаете, вот здесь как раз такая история. Мне очень нравится, как он пахнет, но у меня есть с этим парфюмом ассоциации. То есть когда-то я этот аромат слышала со стороны, у меня с человеком просто ассоциация. И мне вот кажется, он не мой, как будто бы, знаете, вот, но очень приятный. Коко Шанель, Мадемуазель, классный парфюм. Купила его после того, как впечатлилась фильмом про Шанель. Я посмотрела про Диор и про Шанель, как параллельно шла история этих двух модных домов. И потом мне захотелось вот приобщиться немножко, и приобрела вот этот аромат. Что у меня еще есть от Шанель, вы все прекрасно знаете. Мой любимчик — это Шанель 19 Пудре. Это моя самая любимая сухая пудра. Этот тоже у меня аромат ассоциируется с определенным периодом в жизни. Очень классный парфюм. Но это, знаете, такая очень элегантная, очень солидная, дорогая пудра. Если вот это молодость и беспечность, то это уже такой более серьезный период. Я этот аромат очень часто ношу на какие-то деловые встречи, да, если мне нужно собраться. Мне всегда с этим ароматом хочется надеть белую рубашку, ну или какой-то костюм деловой. Вот этот аромат мне тоже в большей части захотелось из-за его оформления. Просто чтобы он был у меня в парфюм-гардеробе. И у меня мало очень такого плана ароматов, которые для меня на выход, для театра, знаете. То есть это не простой парфюм, не на каждый день, не в офис. И вот мне, я готова просто им даже любоваться. Не часто им пользуюсь, на самом деле, но я думаю, его пора, осень. Просто летом мне его не очень хочется. Конечно, моя любимая пятерка от Шанель. Я Лё тоже очень люблю, но все-таки, если выбирать, то премьерная пятерка, ее звучание мне не заменит ничего. Простая классическая пятерка, мне сложно ее с собой ассоциировать. А вот здесь, где есть ваниль, кремовость, идеально для меня. То есть я даже слышу какие-то отголоски помады, очень люблю. У меня заканчивается уже, но у меня еще есть запаска, поэтому я спокойна. Вот такая вот у меня небольшая моя парфюмерная коллекция ароматов от Шанель. Делитесь, какие ваши любимчики от Шанель. И есть ли у вас аромат тендер, как вы к нему относитесь. Я знаю, что у моих подписчиц, у многих подписчиц есть ароматы дома Шанель. И многие любят этот дом. И если выбирать между Диор и Шанель, то многие выбирают Шанель. Мне всегда, знаете, сложно выбрать, потому что у меня есть и любимчики, и в Dior тоже, и когда-то в Jador, это тоже был аромат мое парфюмерное «Я». Поэтому я такая, знаете, то туда, то сюда, не определившаяся особо, но мне почему-то кажется, что, наверное, больше все-таки Шанель. Наверное, да. Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что были сегодня со мной. Я была очень рада поделиться своими впечатлениями. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго, мирного и до новых встреч. Пока!